Легкое приседание, ручки к себе. Раз. Еще. Здоровое тело, идеальная фигура и отличное настроение. Все это возможно благодаря регулярным занятиям пилатесом, уверена специалист по физической культуре и спорту Мария Каратеева. Участникам встречи в рамках проекта «Химки. Интересно жить» Мария показала и рассказала, как правильно выполнять технику базовых упражнений. И вверх, раз. Вверх, тянемся вверх на пальчики. Высоко, молодцы. Глазки закрываем, стоим. Закрытыми глазами. Смотрю, кто дольше простоит. По словам специалиста по физподготовке, пилатесом можно заниматься где угодно – дома, на работе или в спортзале. Достаточно 30 минут в день для скорейшего результата. Химчанка Валентина Перепелица для себя решила, что теперь регулярно будет уделять время этой несложной системе физических упражнений. Мы уже с подругой договорились, что будем по вечерам стараться хотя бы в парке некоторые упражнения из данного мастер-класса применять. Идея мастер-классов мне действительно нравится, потому что они действительно разносторонние. Я же говорю, мы и выпекали, мы и рисовали, мы и танцевали, мы и готовили, мы и вышивали, мы все делали. Разнообразные творческие, спортивные и интеллектуальные мастер-классы в Химках стартовали больше года назад. Проект появился благодаря просьбам жителей. Инициативу поддержала администрация округа. О ближайших встречах по интересам можно узнать из разных источников, например, в газете «Химкинские новости». Здесь размещены все мероприятия, которые проводятся у нас по микрорайонам. Вы можете выбрать себе мероприятие по интересам. Больше информации в соцсетях по хэштегу «Химки. Интересно жить» и на специальном сайте.